Более 1% составил рост экономики Азербайджана в первом квартале 2020 года. Данные опубликовал Государственный комитет по статистике. В денежном выражении объем производственного в стране ВВП оценивается в 18 миллиардов 321 миллионов манатов. Рост в ненефтяном секторе при этом составил 3,5%. Нефтегазовая сфера продемонстрировала спад – более 2%. Правительство Азербайджана, напомним, в этом году рост экономики планирует на уровне 3%.